друзья, я приветствую вас на канале, который называется «Технология охоты» по-прежнему. Меня зовут также по-прежнему Дмитрий Морозов. Приветствую всех охотников, любителей оружия. И тема этого видео, возвращаемся немножко в старые темы в отношении нашего русского оружия. Именно не российского я говорю, а именно русского, потому что... Э, всегда во-первых, всегда это произносилось, это русское оружие. Слова российского как бы как такового вообще не существует. Российского оружия всегда говорят русского. Если в Англии говорят английского оружия, во Франции говорят французское оружие. Вот. А в России говорят русское да, оружие, потому что это Русь. Вот. А российское россияне, особенно россияне, такого слова в литературе вообще как такового не существует. Поэтому давайте говорить об русском. В общем-то, это видео фактически является продолжением моих взаимоотношений, скажем так, вот СМР-155 в частности. Наверное, будем говорить в основном об этом. Ну и затронем вообще российское оружие как таковое. То есть все, что сказано будет мной, это будет относиться ко всему русскому оружию. Почему я вернуться хотел? Ну, во-первых, я стал, столкнулся с той ситуацией, когда действительно, скорее всего, МР-155 имеет преимущество перед другими оружиями, итальянскими, немецкими, там, тем более турецкими. Во-первых, во во-вторых, в конце концов, я русский человек, и для меня важно уважение к своей стране, уважение к своему оружию, и мне не совсем понятны те люди, которые, особенно русские по национальности, которые начинают вот так вот хаять все русское. У нас вообще модно, конечно, сейчас стало вот так вот поливать грязью все российское, поливать грязью все вот то, что вот всю жизнь нашу и так далее. Но на самом деле я не сторонник такого. Почему? Потому что я считаю, что Россия одна из самых свободных стран, что Россия имеет преимущество вообще во многом. И, собственно говоря, что наша Родина и наш народ являются исторически важнейшим вообще, в принципе, на планете как такого. Фактически цивилиза фор формирующий цивилизацию во, во многих отношениях. Поэтому я хочу гордиться своей страной, я хочу гордиться оружием, которое моя страна пере производит. А уж э говорить о том, что учить русских э производить оружие, это было бы совсем смешно. Да? Как бы не надо русских учить э производить хорошее надежное оружие. Вот. Поэтому давайте мы рассмотрим вот эту ситуацию и давайте разберем, собственно говоря, вообще, в принципе, вот что есть положительного в нашем русском оружии что, по сравнению с тем, что вот и с импортными, да, и, соответственно, что есть как бы отрицательное в нашем оружии для того чтобы разобраться, потому что многие спрашивают что купить там турецкое ружье или наше ружье там итальянское ружье. вот я хочу вот все умозаключения которые у меня были вот, в отношении оружейного э, вот, сейчас которые у меня сформировано мнение я вот полностью хочу выложить его вот перед вами. Ну, кроме того, что, кроме положительного отношения вообще к российскому оружию, да, давайте переведем к техническим вещам вообще. То, что, почему, почему, собственно говоря, я считаю хорошим российское оружие. В первую очередь давайте разберем недостаток, который привычно вообще, в принципе, звучит от многих людей. Да, русское там, ружье МР-155 это бревно, Значит, что э, оно вроде никакое, там, некрасивое, неказистое, да там, где-то там, что-то, значит, э, не подходят части друг к другу, там, некрасиво соединены, там, приклад с коробкой, там, или еще что-то. Вот такие вещи. Да, действительно... Э, есть вот просто в эстетике ружья есть какие-то недочеты. Конечно, сейчас стали делать МР-150 профи. Сейчас еще новое вот это появилось ружье. Как оно, стрела называется или как, я, извините, не помню. Вот, и оно уже улучшено там, то есть приводятся какие-то мелочи вот эти в порядок. Конечно, ружье уже смотрится достаточно солидно, красиво, неплохо смотрится. Ну, конечно, по сравнению даже с турецкими, взять там даже за самую дешевку какую-то там Хуглу Ренова, да, у которой там и разрисованы, и орлы нарисованы, и там, и полировочка у нее там красивая, да, там типа маслом там дерево обработано там, и во все эти буковки импортные. Так уж сложилось, что сильно уж у нас любят вот эти импортные буковки, импортные надписи иностранные, иностранные вот эти вот гербы, значочки всякие. На самом деле, в принципе, я уверен, что если вот у нас люди многим э, просто... Дай, извините, кусок дерьма, но на нем будет нарисовано там Made in USA, там или еще что-то там красивые значки, да, заверни его в красивую обложечку, э, там что-то э, такое красивое на обложке нарисуй и обязательно будет продаваться, это стопудово, обязательно все это будет. Поэтому я считаю, что люди у нас очень склонны хвалить вот эти импортные вещи и нет смысла им, наверное, объяснять, что не обязательно, если будет не на латинице написано название ружья, что не обязательно это будет сразу плохое. Вот. Но, конечно, есть какие-то недочеты, особенно если брать МР155 самые дешевенькие, где там пластик вот такой самый-самый простой. Да, там действительно есть в сборке какие-то недочеты есть несовпадения может быть там по толщине или еще какие-то вещи но вот есть в этой ситуации есть одно но в первую очередь давайте э, обратим внимание на то что эти вещи видны либо если у вас ружье допустим там в пластике если вы сравниваете в пластике там турецкое ружье итальянское или наше чисто пластик либо вы сравниваете в дереве. Вот может быть, может быть тогда вы увидите. Положите рядом Атонео, э, положите в Бинели Комфорт, положите mr 155 чтобы они были раскрашены в одинаковый камуфляж. Насколько легко вы сможете отличить эти ружья сами по себе? Я думаю, что очень-очень слабо вы отличите. То есть, на первый взгляд, вы начнете присматриваться там, у кого цевье толще, да, вот выглядывать по внимательному, и только по более толстому, допустим, цевью вы сможете определить, что это МР-155. Потом вы начнете смотреть, а там приклад есть, вырезанные там риски такие или нету, там, вот вы можете определить, что это или Комфорт, а от будет просто дубовый пластик, там приклад и все. То есть, вот все вот эти вот вещи, мелочи, которые вам придется просматривать, присматриваться к ним, вот только это приведет к тому, что вы разберетесь. А если у вас рядом будут лежать в камуфляже три ружья в одинаковом, вы не разберетесь, какое ружье, сразу с наскока вы не сможете разобраться, где какое ружье лежит. Поэтому вот эти вот несовпадения мелкие, которые вот встречаются у вас где-то приклад с коробкой, где-то еще что-то, это все сразу теряется, если у вас ружье в камуфляже, если вы используете его на уктиной охоте, ни вам, ни утке от этого ни холодно, ни жарко совершенно. И во время охоты, тем более уж никаким образом не отражается на вашей стрельбе, конечно же. Еще какой есть минус. МР-155, вот с 71-м особенно стволом, бой у нее все-таки слабоватый, как бы вот по северной утке там и так далее, вот либо дробь надо покрупнее, либо все-таки удлинять ствол. Я, я считаю, что нужно брать 75-й ствол и обязательно, скорее всего, обязательно охотиться именно с насадкой полусант... 5 сантиметровый э, получок, скорее всего, вот эту 5 сантим... заводскую вот эту насадку, 5 сантиметров получок, брать и ставить сразу на ружье и приваривать его намертво к этому ружью. И тогда будет бой действительно э, хороший. Я проверял это на отстреле. У меня есть старое видео, наверное, год, год назад. Поэтому там, в принципе, мне сразу стало все понятно, как использовать это ружье. Этот удлинитель стоит там, порядка тысячи рублей всего его купить. И у вас по бою, по мощности выстрела, по проникающей способности дроби, у вас все вопросы решаются сразу. Не нужно каких-то импортных там, насадок, не нужно джемини, не нужно киксов, ничего. Возьмите 5-сантиметровый и будет вам хороший бой. Вот это такой недостаток, с одной стороны, который решается очень достаточно быстро и достаточно просто и, и совсем недорого. Что еще, какой недостаток есть? Ну, некоторые воспринимают за недостаток это толстое цевье у МР-155. Вот еще один, третий недостаток, да? Как бы я не вижу в этом чего-то, что-то такое, что можно сказать, воспринимать отрицательным. То есть здесь дело, в принципе, каждого, и с одной стороны, толстое цевьё очень удобно будет вот для меня, на зимней охоте. Это удобно будет на поздней охоте по утке. Почему? Потому что ну, я думаю, что это облегчает вот, держать ружье, облегчает э, тактильные ощущения работы с ружьем. Это вот когда вы в перчатках, в толстых, в теплых, да, или когда вы зайца стреляете, у вас перчатки или рукавицы там, или еще что-то без пальцев там. Тогда вот это ружье становится более правильным тактильно, более заметным в руках, как бы оно не болтается. Если тонкое цевье, то у вас может ружье, конечно, в перчатках, если они не кожные, играть, болтаться и так далее. Поэтому, с одной стороны, это вроде бы недостаток кому что. Кто-то любит инерционки, чтобы потоньше цевье было. Но я скажу так: если вы возьмете, вот я сейчас наконец-то обновил свое спортивное ружье, я теперь занимаюсь спортом с пирацией. Я бы не сказал, что у, у, у ружья операции тонкое цевье совершенно не тонкая, поэтому, в общем-то, как бы вот э, все этот недостаток он как бы является с одной стороны недостатком, с другой стороны нет. Ну и последний момент это эргономика ружья. Конечно, не каждому, наверное, подходит так же, как любое ружье. Это называть недостатком нельзя, вот эргономику. Да? Кто-то говорит, а это бревно дубовое вроде как. Ну, по каким параметрам эти люди говорят, они сами не знают. У них нет опыта работы с ружьями, у них нету опыта взаимоотношения для того, чтобы оценивать правильно ружье, для, для, для этого нужно пострелять им побольше, но и другими тоже ружьями, да, и тем и тем и тем и тем, и потом уже у вас придет понятие сравнения, почему вам не нравится, что такое бревно, в каком смысле бревно, вот многие говорят бревно, в каком смысле бревно, что имеется в виду тогда, когда человек говорит, что это бревно? Если приклад, допустим, у вас там слишком... Вы же, все вещи, которые вот вы используете при оружии, да, вы можете... Вот вашу стрельбу вы можете корректировать во время эксплуатации ружья. Вы можете приклад там отгибать выше, ниже, вправо, влево. Все эти прокладочки, все это есть. То есть вы можете это ружье привести к тому, что вам будет удобно с ним стрелять. Бревно можно... Я лично воспринимаю понятие бревно, это вроде как неудобное для стрельбы. Приведите его в порядок. Не занимайтесь там ерундой какой-то вот это вот с насадками там джинами покупать или еще что-нибудь. Хотя, в принципе, я не исключаю, что они тоже хорошо работают. Вы в первую очередь не насадки посмотрите, а в первую очередь приведите ружье в то состояние, когда вы вскидываетесь, и у вас стреляет туда, куда вы смотрите. То есть сразу скинулся влево, скинулся вправо. И ружье не, не смотрит туда, куда вы хотите. Вам, может быть, вам кажется, что оно смотрит только туда. А именно стреляет туда-стреляет, туда, стреляет туда. То есть, во время скидки. Я в свое время возился с этим и готовился, но потом мне, если честно, стало лень. Вот, у меня были планы по покупке другого ружья, более дорогого. Мне нужны были финансы для того, чтобы все это сделать. Мне нужно было освободить единицы оружейные, потому что у меня 5 ружей было. Поэтому мне пришлось все-таки в результате всего продать. Я продавал МР-1 в пластике, в камуфляже. Потом я взял МР-155 Профи. Второе пришлось тоже продать, но мне другого варианта не хватало. Не, не было. Мне нужно было Цезарь Гуирини покупать. В общем-то, вот таким образом все это происход, происходит. Вот СМР-150. Поэтому вот если первые два недостатка, они присутствуют как бы все-таки номинально, но присутствуют то последние вот два недостатка, они как бы относительные, относительно как человек воспринимает эти недостатки. Действительно так оно или нет. То есть все зависит от человека, от его отношения к оружию. Почему же все-таки, вот несмотря на это, почему я все-таки считаю это оружие хорошим? Давайте в первую очередь я э столкнулся с проблемами иностранных оружий это во время зимней охоты. Когда зима не такая, как у нас на югах, в Краснодарском крае, а зима наша сибирская, когда минус 15, минус 20, вот тогда даже там минус 12, вот тогда очень часто возникают проблемы с инерционными ружьями. У меня есть видео охоты на ворону, где, э, там, наверное, где-то минус 12, наверное, минус 15 было на улице, и у меня была проблема с перезарядом от анео инерционки. У, бывают проблемы и сейчас у Бенели. Комфорт, вот эта вот вся система инерционная, вот именно классическая инерционная система, она имеет недостаток, в первую очередь, это влияние температур на эту систему. Конечно, говорят, что вроде как надо обслужить ружье, нужно снять смазку там, чтобы она не замерзала, эта смазка, и тогда ружье будет работать хорошо. Да, может быть, смазка мешает, она затвердевает, и тогда проблемы из-за нее могут быть. Но не всегда это касается именно чисто смазки. Взять, допустим, ту же Атонео, с которым я стрелял ну, достаточно много, в теплое время довольно неплохо работало. Но когда пришла зима, когда стрельба, там, заяц, ворона, я люблю стрелять по птице, поэтому и началась, начались проблемы с перезарядом и так далее. В общем-то, кончилось тем, что именно зимой атанео начинает давать сбои и тогда начинаются появляться проблемы вот с перезарядом с затвором и так далее именно зимой ружья начинают подобные ружья начинают сыпаться особенно турецкие ружья с их дешевыми сплавами они не выдерживают нагрузку холодом в общем-то проблема вся вот этот отаней и всех прочих вещей возникала именно в первую очередь зимой и все это причина вот эти вот дешевые сплавы вот это вот э, плохие вот эти детали которые не рассчитаны на эксплуатацию зимой и вот эти дешевые сплавы начинает сыпаться затвор вот этот вот экстрактор или как он там э, полетел и все все такое прочее в первую давайте разберемся почему ну, первое это дело в том, что ни итальянцы, ни немцы, ни турки не рассчитывают работу вашего ружья в холодное время года, в мороз, в минус 15, в минус 20 градусов. Если вы покупаете ружье полуавтоматом, в камуфляже, все на это, эти, эти ружья рассчитаны на то, что вы будете стрелять эту утку. Не зимой гонять там кабана или еще что-то, косулю там или еще что-то, зайцев, а именно утку. Это, это ружье для утиной охоты. Для утиной и для гусиной охоты. Все, тем более турки, да, с их более дешевыми сплавами, с их более дешевыми запчастями, конечно, они не рассчитывают на эксплуатацию. Если вы возьмете документы для этого ружья, паспорт, наверняка, я просто уверен, наверняка в этих паспортах будет написано, что ружье рассчитано на эксплуатацию там, от 0 градусов и выше, предположим так скорее всего, будет написано это. Поэтому в зимней ситуации эти ружья никогда не проходили вот сертификацию, не проходили проверку качества вот у итальянцев, у турок, у немцев, испанцев, да, Бильмонты ой, Берету, Бельмонты делают. То есть все эти ружья, они не русские, в отличие от нашего ружья. Конечно, наши ружья производятся именно из расчета эксплуатации там, от минус 50 до плюс 50 градусов. Да, может быть, детали не так подогнаны. Да, может быть, у них там где-то брякает затвор такой громкий и так далее. Но именно в этом заключается вся ситуация, когда вы идете на зимнюю охоту. У итальянцев слишком хорошо подогнаны части. Вы снимаете допустим вот вы э, многие говорят сними смазку тогда можно будет конечно снимайте ребята те кто идет зимой охотиться с турком я вам всем очень советую снимать э, смазку почему потому что скорее всего ваше ружье быстрее навернется, и вы наконец-то поймете, что нужно покупать либо итальянские с хорошим крепким сплавом, либо наше российское оружие, что еще лучше. Вот это вы в конце концов придете именно к этому, потому что на итальянцев у большинства людей нет денег. Никто не пойдет, вот 95% всех охотников не пойдут покупать бинели комфорт. Да? Вот оно стоит у меня 200 тысяч там или сколько вы пойдете и купите наше ружье. Просто потому, что у вас полетит э, турецкие ружья. Да, может быть, они сделаны там, как говорят на станках ЧПУ. Станки ЧПУ сейчас, ребята, есть везде. Они есть даже в небольших кооперативах станки ЧПУ. Кто вам вообще сказал, что ой, они делаются на станках ЧПУ? О, вот это классно. Да в каждой шарашке металлообрабатывающей есть станок ЧПУ во-первых. Во-вторых, вот подгонка деталей, там, когда прям все идеально подогнано, там механизм работает, там все точно выверно, все, все это летит во время температурных воздействий. Либо слишком жарко, либо слишком холодно. Но дело в том, что вот на жару они рассчитаны, а на холод нет. Но Многие ребята, я думаю, что те, которые занимаются технической частью, учились в технических вузах, те прекрасно знают, для чего вот железнодорожные рельсы да, делают стыки там, и вот такой вот зазор, да, температурный вот этот самый. Сейчас какие-то монорельсы делают, я не знаю, каким образом их делают, так что они прям целиком там с с их сшивают. Я не понимаю, каким образом это, куда девается вот это вот э э расширение. Но я думаю, что там просто есть какая-то хитрость от расширения, от этого никуда не денешься. Так вот. Вот то что, делается, то, что делается, да, вот металл расширяется, сужается, его может кривить там, его может изменять, он может вот ходить там деталь может немножко вот плавать и за счет того, что у нее после обработки какая-то внутреннее напряжение осталось, и вот оно может гулять и так далее. Именно для, внутрен... для снятия внутреннего напряжения вот используют криочеки вот эти криостволы, криоочеки, вот чтобы не было вот, внутреннего напряжения. Так вот вот эти все детали, они все будут играть у вас во время зимней охоты. И все эти детали будут корежиться. Соответственно, если вы еще и смазку снимаете с турецкого ружья, тогда вот эти вот все детали, которые и так в искореженном состоянии находятся, в изменены, конечно, незаметно все это, но все равно какие-то вот температурные влияния есть. Все это без маски будет работать, и в условии того, что все эти детали очень хорошо друг к другу подгоняются, и очень хорошо друг к другу подходят прямо одна к одной, вот именно эта роль будет влиять на то, что у вас, скорее всего, это ружье будет выходить из строя. Рано или поздно оно навернется. В отличие от российского ружья, которое рассчитывается на работу в холода. Именно поэтому, да, может быть где-то деталь, вы смотрите, там экстрактор, там дырка больше, а экстрактор вроде маленький, можно было там дырку поменьше сделать, допустим, чтобы он четко входил туда. Ребята, тогда он лопнет в конце концов, да, вот нужно понимать, что Именно для работы в холоде нужно рассчитывать, что должны быть между деталями зазоры определенные. Должно рассчитываться на изменения от минус 50 до плюс 50. Это большой температурный разбег. И именно вот на эти температурные вещи все это изготавлив, рассчитывается и изготавливается. Это российское, русское оружие. Вот. И оно как бы вот именно разработано сразу принципиально, и технические условия на разработке этого ружья создавались именно такие, что его эксплуатировать от минус 50 до плюс 50. Это большой-большой момент, который нужно не забывать обязательно. И вот в, этот, в этой ситуации, вот если рассматривать оружие с этого момента, то нужно понимать, что наше оружие имеет и сплав соответствующий, и разработку деталей, и все, именно подходящую, еще раз да, повторю, на режим от минус 50 до плюс 50. В том числе, обратите внимание, я говорю и сплав, потому что именно сплав металла, он, он, имеет решающую роль в то время, когда вот, чтобы не корежило детали, чтобы он был рассчитан, и крепость металла должна оставаться на том же уровне, как и в теплое время. Крепость там экстрактора, крепость там других, затвора и всего, и пружины и всего прочего. Но надо не забывать, что и вот, кстати, в отношении пружин, да, вот инерционная система, которая э, обычно хвалится у итальянских ружей, у них вот эта возвратная пружина, которая находится в, в прикладе, она конечно чувствительная и конечно ее зимой надо снимать там смазку с нее понятно если вы хотите чтобы у вас ружье работало инерционное вам придется снимать зимой смазку но она она пружина это чувствительная тонкая и конечно температурное влияние на эту пружину получается особенное и поэтому вот это вот возвратное действие этой пружины не всегда хорошее почему да потому что потому что эта пружина вот Длинная тонкий металл, он, конечно, в первую очередь э, реагирует на на холод. А у, нас, ну, а у наших ружей, газоотводных ружей, у них все-таки там мощная система, если снять цевье посмотреть, да, там все эти поршни, все это сделано таким образом, что, как говорится, да, это бревно, но это бревно, которое работает зимой, которое безотказное, вот именно это бревно и требуется в зимнее время, во время охоты. Еще один момент, это газоотводная система. Конечно, понятно, что МР-155 нужно чистить больше, чем... Какой-нибудь там Хуглу Ренова, да, или Атанео больше чистить, или бинели. Ну, есть, конечно, и итальянцы газоотводные ружья. Там, наверное, может быть ситуация получше в отношении зимнего периода. Я не пользовался, и вот эту ситуацию я не могу вам точно сказать. Но думаю, что, скорее всего, там вот эти вот более тонкие, утонченные вот эти детали, там более чувствительные эти детали, скорее всего, Фабарм там или какие ружья и что может привести точно к такому же эффекту, как и инерционные ружья. У нас их, у наших ружей, да, мощный такой жесткий механизм вот газоотвода, но именно который прилично забирает вот газов, да, из-за этого вполне вероятно вот немножко падает вот эта вот мощность выстрела, проникающая способность дроби. Вы увеличиваете ее насадкой, но вот эти газы, которые уходят, зато они более жестко и четко э, работают с механизмом перезаряда, понимаете? То есть именно вот эта вот жесткость, дубовость вот этого всего механизма приводит к тому, что ружье не реагирует вот на холод, на жару и на прочие вещи. Плюс, допустим, вот само обслуживание ружья. Вот я недавно пошел бинели э, почистить значит решил вот это вот достать вот эту возвратную пружину значит все почистить тот человек который говорит что инерционное ружье нужно меньше чистить. Ну, это все очень относительно, ребята. Если вы собираетесь чистить полностью механизм, допустим, там перед охотой или по окончанию осенней охоты и так далее, вам не меньше чистить придется, потому что вам придется еще ко всему вот прочему разбирать, снимать приклад и откручивать вот эту вот выкручивать вот эту возвратную пружину. И я помучился капитально. Дом я, я откручивал, вроде нормально было. И тут, значит, пришлось мне выкручивать эту пружину. А дома я не могу, значит, она там присохла или капитально держится. Я давай откручивать, у меня не откручивается. Точнее, вот эта вот сама трубка вот этой возвратной пружины, она проворачивается у меня в руках. Я никак не могу гаечным ключом отключить, ну, открутить. Ну, думаю, что нужно сделать. Ну, пойду я, значит, в гараж. В гараже у меня тиски есть. Думаю, в тисках зажму и попробую вот эту вот, значит, гайку вот сзади, которая этой трубки выкрутить. Пошел в гараж. А получилось так, что, видимо, наверное, у меня такой мощный замок, и, видимо, там масло, то ли... Старое масло, то ли оно с пылью, наверное, может быть, влаги набрало. Вот эта вот смазка вся. А она заледенела. Я давай открывать, в общем, этот гараж. Ой, кончилось тем, что я <laughs> сломал ключ в гараже. Поехал в магазин. Ну что делать, думаю. <laughs> Поеду в магазин, заеду куплю маленькие тиски, дома поставлю эти тиски, зажму, значит, эту трубку. Это уже на следующий день. Зажму эту трубку, думаю, откручу. Съездил, потратил деньги, купил маленькие тиски. И на обратном пути еду, и, значит, мне приходит мысль, заеду я в какой-нибудь СТО и попрошу мужиков вот, значит, воспользоваться тисками и открутить эту, значит, все-таки вот эту гайку, заглушку. Приехал на СТО, у них здоровенные такие, я то маленький купил, у них здоровенные тиски такие, я, значит, туда зажал, и кое-как, -кое кое-как я смог открутить вот это вот, чтобы зажимал-зажимал, а страшно, что трубку эту не помять, возвратной пружины, иначе там пружина встанет, вообще тогда труба, кон конец тогда, ружью придется где-то выписывать эту возвратную пружину с трубкой. Ну, в общем... Кончилось тем, что вот этими здоровенными тисками кое-как я зажал так, что эта трубка все-таки не помялась, да, и вот, значит, медленно я вот это вот все-таки кое-как открутил вот эту на следующий день гайку. И потом домой уже принес, получилось, что вроде как тиски зря купил, ключ в гараже сломан, на морозе было минус 17, минус 18 градусов, по-моему. Вот, сейчас я уже эту смазку старую снял, новую уже смазку сделал, нормально работает. В общем, кончилось. Вот два дня я промучился с этими делами. Плюс мне нужно теперь ключ этот. У меня второй есть от гаража, но этот тоже надо восстановить, чтобы на запас был. В общем, столько возни из-за этой инерционной системы получилось. Вот на холоде. Здесь же все просто, да? Вы берете, откручиваете гайку, весь механизм перед вами. Да, его надо почистить. Да, там возни, но вы просто после охоты возьмите спокойненько, быстренько, раз почистили там, основную гарь сняли и все. Ствол можно почистить попозже. Почистили механизм этот и все. Он перед вами, он простой, он легкий в чистке, в обслуживании он сам по себе легкий. Все, все пружины, все у вас в руках. И не нужно вам снимать ни приклад, не нужно вам лезть куда-то там, что-то хитрости выдумывать какие-то там с тисками. Так что в плане инерционного оружия вы не думаете, что его так чистить просто и легко на самом деле. И оно очень чувствительно к повреждениям, ко всем этим делам. Поэтому газоотводные ружья имеют свои плюсы. В первую очередь МР-155, которые можно там в поле где-то остановиться, разобрать почти голыми руками практически. Но оно не то, что практически, оно так и есть, голыми руками разобрать, все это почистить. Вам не нужны какие-то ключи, там, чтобы выкручивать приклад, да, там головка. Вам не нужны там ключ на 13, чтобы откручивать там задние вот этот вот, на трубке вот эту гайку. Вам не нужно все это. И вы все руками разобрали, почистили, собрали тут же. Это дело 50 минут в поле, да, вот даже болистолом дома пахнет. После охоты 10 минут потратили, собрали ружье, у вас оно в полном порядке, никаких претензий нету. Ну и еще один момент есть, который чисто практически, он интересен. Во-первых, МР-155 у нас, у нашей мэрки, у них очень много всяких прибамбасов вот продается. Вы можете купить МР-150 в пластике, 155, да? Вы можете взять, и для какое-то время прошло, вам надоело, вы захотели в дереве, вы пошли, купили в магазине, там практически в каждом магазине можно купить приклад и цевьё, там орех для своей МР-155, поменяли, и все, оно выглядит совсем по-другому. Вот. Вы можете взять, допустим, там, тот же приклад и цевье вы можете взять в камуфляже купить. Там софт тач вот. вот у меня первая МР-155. Ссылка, вот я постараюсь оставить ссылочку на это видео. Значит, тоже я, у меня простой камуфляж был, он достаточно светлый. Вот я поставил темно-зеленый софт touch. Мне очень понравился этот камуфляж. То есть все вот эти изменения, они стоят небольших денег по сравнению с импортными оружия, импортным оружием. Если купить на Бинели комфорт, допустим, по-моему, подходит приклад Севье, по-моему, от Бинели Монтефельтропом или Рафаэла подходит. Так он стоит 30 тысяч, понимаете? 26 тысяч стоит только приклад. И 26 тысяч стоит сывье. То есть в 50 тысяч мне поменять это дерево. Вы заезжаете в магазин, там одеваете 4-5 тысяч и меняете. Все это у себя дома легко за 5 минут поменяли. И все, у вас ружье преобразилось, стало совершенно другим. Вот это тоже, я считаю, плюс, и это является как бы основой в том, что когда человек э, не имеет возможности много оружия держать, большое количество оружия, тогда лучше купить МР-155. Ну и другой вариант, да, вы можете, конечно, эксплуатировать турецкие оружия, итальянские оружия, я против турок по двум причинам. Во-первых, я... Исторически я считаю, что тур... турецкое ружье не надо покупать, не надо давать возможность зарабатывать им на наших, на вашей зарплате. Вы работаете, отдаете эти деньги им. Вот. Во-первых, во-вторых, я считаю, что низкое качество сплавов, низкое качество металла подведет вас в любом случае когда-нибудь. Поэтому лучше либо наши, либо итальянец. Покупайте, даже, да ладно, бог с ним, покупили турка, но зимой вам нужно будет другое ружье. Хотя бы нашу русскую двухстволку, тогда вы сможете работать с ней без проблем, и тогда у вас не будет... Проблем с перезарядом. Да, у вас будет всего два выстрела, но у вас будет э, рабочее ружье, а не что попало. То есть, один выстрел и все. И дальше там патрон поперек остался, встал и все. То есть, это, это происходит на холоде сплошь и сплошь рядом. Поэтому никто, в принципе, как таковой, вот, особенно там, где морозы, Якутия, там везде, там не используют вот эти вот ружья в мороз. Там используют вообще систему Калашникова, да, Сайгу часто используют. И наши МР-155 фактически, они тоже относятся к таким вещам. Это фактически Калашников только для, для охоты. охотничьи Калашников, можно сказать так. Ну, если не считая, конечно, такие вот, как Сайга, Випр, там и все прочее. Результат какой? Я сейчас... Вот после взаимоотношений моего с инновационным ружьем на морозе. Я сейчас решил значит что сделать я сейчас буду проверять это ружье дождусь морозов когда у нас будут я поставлю это ружье там на стенде пока я стреляю со своего спортивного ружья я дам возможность ружью там час полтора постоять на холоде на улице чтобы оно замерзло а потом попробовать посмотреть как это ружье работать будет на морозе обычно скажу так что вот возвратная пружина начинает работать очень слабо и, может быть, если вы горизонтально стреляете, может быть, она не так заметна. Но я стреляю ворон зимой, поэтому мне важно, чтобы именно ружье хорошо стреляло вверх. Но механизм-то давит на возвратную пружину, и если она будет слабо работать, она не сможет обратно вернуть патрон, то есть новый патрон дослать как следует до нужного уровня, да, в нужное положение. Вот именно поэтому вот часто инерционные ружья, если вверх задираешь в небо, очень часто на морозе все это они начинают плохо работать, да, не перезаряжает ружье. Это проблема инерционки, либо вы вложились плохо, либо еще что-то и у вас вот такой не перезаряд. С газоотводом по-другому, газоотводные ружья работают в любом положении они работают идеально поэтому я сейчас буду вот решать что мне делать если у меня э, продолжится вот эта ситуация если у меня не будет э, как бы уверенности в работе ружья уверенности в работе бинели то скорее всего как ни странно ну сейчас вот я у меня была на охоте такая проблема я бинели отнес машину бросил взял иш 158, мой любимый, да, вот с которым, который меня никогда не подводит. И с этим ижом уже охотился. Сейчас у меня встает возможность, то есть я продал несколько уже стволов, у меня освобождаются единицы, и я сейчас, наверное, скорее всего, буду думать по поводу покупки, снова покупки МР-155, третий МР-155 в моей жизни, но, но, скорее всего, я его буду брать просто в пластике, вот, и, ничего там никакого. Либо, либо я буду брать очень светлый камуфляж, там есть вот под осину, что-то такое, вот первоначально, которое у меня было, МР-155, вот с таким камуфляжем было. Либо я просто буду брать в пластике и сразу его готовить на аквапринт. И аквапринт будет белый, скорее всего, полностью белое ружье, либо там с какими-то вкрапинками черными. Но скорее всего, вот аквапринт, прям зимний, конкретно зимний э, такой раскрас для охоты там зимой на зайца, для охоты на ворону. И это будет ружье у меня именно для зимней охоты, потому что другие ружья подводят. И если вам хочется, допустим, стрелять зайца все-таки, чтобы 3-4 патрона было, то лучше использовать как раз МР-155. Вот именно это ружье тогда будет идеально вот в этой ситуации. Поэтому, скорее всего, я сделаю, куплю и сделаю белый аквапринт там с какими-то пятнышками, либо просто белый, вообще полностью белое ружье. Вот таким образом. Поэтому, ребята, вот вот сейчас вот я, наверное, более подробно рассказал ситуацию с этими ружьями. Почему вот я хорошо отношусь к МР-155. Может быть, я слишком подробно, слишком старался вот углубиться во все эти темы. Но я просто хотел, чтобы вы поняли мою мысль. Надеюсь, что я вот доступно изложил. Задавайте в комментариях вопросы, подписывайтесь вот на мой аккаунт в Инстаграм все-таки. Очень мало народу, не знаю почему, неужели ни у кого Инстаграма нету. Подписывайтесь, там же фотографии, все здесь видео, я не так много фотографий выкладываю, а там все-таки в режиме реального времени фотографий появляется больше. Все, всем пока, ребята, до свидания. thank you